На протяжении 10 лет существования московского праздника Навруз участие в нем принимает афганская диаспора. Афганцы давно обосновались в Москве, но все же очень скучают по своим родным праздникам, особенно по такому красивому весеннему празднику, как Навруз. Афганская песня «Аргиз» «Никогда» из проекта «Музыка без границ» звучит в исполнении Дианы Афросс. Thank you. русского сердца с праздником весны. Желаю вам мира. Навруз поистине международный праздник. Его празднуют десятки народов, и среди них башкиры. Башкирский фольклорный коллектив «Актермен. Белая юрта» был основан в прошлом году. Лауреат Республиканского фестиваля башкирского фольклора 2014, участник первого Московского фестиваля тюркских народов «Диалог культур», который с успехом прошел в Татарском культурном центре. Башкирский фольклорный коллектив «Актермен», художественный руководитель Гульсина Батыршина.